Благоустройство и модернизация столичных парков идет полным ходом. Сотрудники Мосгорпарка уже подвели предварительные финансовые итоги. Правда, только за 10 месяцев лидирует парк Горького, серебро у Сокольников, а вот почетное третье место поделили два парка – Фили и Измайловский. Конкретные суммы, потраченные на благоустройство за год, озвучат в начале 2013-го. Столичные парки готовятся к зиме. И только на строительство. Тут катков с искусственным льдом, освещением и пунктами питания. Город планирует потратить около 775 миллионов рублей. Ну а самое интересное, на мой взгляд, мероприятие стартует 22 декабря. В Сокольниках откроются парковые Олимпийские игры. Подготовка идет полным ходом. В парке построят самый большой в Европе каток с искусственным льдом и освещением по канадским энергосберегающим технологиям. Его площадь 5400 квадратных метров. Катание будет платным. Рядом возведут теплые раздевалки, трибуну, павильон проката инвентаря, ресторанчики и кафе быстрого обслуживания. Появится в парке и много бесплатных развлечений. Например, горка длиной 200 метров и высотой 14 метров, ледяной лабиринт, освещенные лыжные трассы, каток с настоящим льдом площадью 17 тысяч квадратных метров и многое другое. Непосредственно на фестивальной площади будет проходить у нас и новогодняя ночь. У нас будет очень крупное шоу по мотофристайлу прямо здесь на площади в июне. А на заснеженных тропинках Измайловского парка прокатиться можно будет даже в экипаже на тройке лошадей. К тому же здесь проложат освещенные трассы для лыжников, построят горки, и совсем уже скоро откроется новый каток с искусственным льдом площадью более 3000 квадратных метров. Кстати, всего в парковых зонах столицы должны начать работу 7 подобных ледовых площадок. Их открытие планируется в ноябре. Вместе с департаментом культуры будет программа «Зима в парках 2». Сюда будет приятно прийти, отдохнуть и найти себе развлечение на любой вкус. В этом году правительство Москвы на развитие парков выделило более 5 миллиардов рублей. 77% средств пойдет на создание инфраструктуры. Большинство объектов уже не узнать. И работы продолжаются.